повестке дня значилось 10 основных вопросов и 5 в разделе «Информация». Народные избранники единогласным решением утвердили положение о депутате Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, работающем на постоянной основе. Приняли решение об освобождении многодетных семей от уплаты налога в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Орехово-Зуево, и бесплатно предоставленных им в соответствии с действующим законодательством. По предварительным подсчетам, в связи с этим бюджет города потеряет 169 тысяч рублей дохода от налоговых сборов. Администрацию городского округа Орехово-Зуево определили уполномоченным органом по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, на которые не разграничено, или аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков, расположенных на территории городского округа, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утвердили промежуточный ликвидационный баланс Комитета здравоохранения администрации городского округа. Единогласным решением народные избранники установили главе городского округа Орехово-Зуево Геннадию Панину, допущенному к сведениям, составляющим государственную тайну на постоянной основе, и работу со сведениями, имеющими степень секретности секретно, без проведения проверочных мероприятий, ежемесячную процентную надбавку должностному окладу в размере 10% на протяжении всего 2015 года, а также председателю счетной палаты Любови Кармишкиной ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу в размере 15%. Приняли решение о делегировании депутатов городского совета депутатов в состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет Татьяну Ронзину, в комиссию по присуждению ежегодных стипендий главы городского округа Орехово-Зуево выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым талантливым авторам города Алину Андрианову. Состав Совета по инвестиционной деятельности при главе городского округа дополнили Натальей Десятовой. В состав Консультативного совета по делам национальностей делегировали Геннадия Иванеева. В завершении руководитель счетной палаты подвела итоги работы Орехово-Зуевского городского отдела ЗАГС за прошлый год. Представила отчет о деятельности счетной палаты в 2014 году и план работы на 2015 год. Представила отчет о результатах проверки законности и результативности использования муниципального имущества городского округа Орехово-Зуево муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. В результате проверок в детских садах номер 2, 8, 11, 18, 23 и 31 при проведении выборочной проверки строительной сметной документации, полноты и своевременности выполненных работ по текущему и капитальному ремонту установлено завышение сметной стоимости и объемов работ на общую сумму 181 тысяч рублей и неэффективные расходы в размере 18,9 тысяч рублей. А также было рассмотрено обращение председателя Орехово-Зуевской местной организации Всероссийского общества слепых по вопросу оплаты аренды занимаемого помещения.